В нашем городе есть замечательное место. Истфак всегда был элитным факультетом в Омском педе. Отбор был особенный, факультет был всегда особенный. Где хранится история и воспитываются поколения. У нас была ответственность за всех, чтобы сдали экзамен. Это не правило негласное. Наших выпускников я заставал в самых различных должностях, на самых различных там сферах управления, в отраслях, в экономике причем даже. Фильм, посвященный 80-летию исторического факультета Омского государственного педагогического университета. Если ты стал историком, то ты выбрал служение России, истории. «Сохраняя вечность». В воскресенье на нашем телеканале.